Добрый день! Приветствую вас на моем канале и предлагаю вам сегодня приготовить вкусный десерт тартуфини. Это десерт без выпечки, очень быстрый, очень вкусный, и также какие ингредиенты нам понадобятся. 350 грамм сухого печенья, в постсоветском пространстве мы еще его называли галетное. 250 грамм маскарпоне, 100 миллилитров кофе заваренного, 50 грамм сахара, 60 грамм измельченного фундука и какао для покрытия. Изначально нам из печенья нужно сделать мелкую крошку, взбиваем его на блендере. Теперь в отдельной емкости смешиваем маскарпоне, кофе, сахар и молотый фундук. Перемешиваем все. В несколько приемов добавляем печенье и перемешиваем. Вот такое плотное тесто у нас получилось, и из него мы делаем шарики. Вообще рецепт предназначен на 25 штук, но я сделала в половину меньше, потому что шарики у меня большие. Каждый шарик мы окунаем в какао и выкладываем на вот такую бумажную красивую тарелочку. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр! Не забывайте подписываться на мой канал. Это стимулирует для создания новых видео на моем канале. Всем спасибо, приятного аппетита. Пишите свои отзывы, как вам понравился мой рецепт. Всем удачи!